Кира Грибовская, жительница Могилева. С творчеством белорусского поэта познакомилась еще в школе. Теперь передает свои знания ученикам. Приехав в Крым на отдых, посетила могилу Максима Богдановича. Это мероприятие, оно очень важно для культуры обоих народов, потому что тот вклад, который внес Максим Богданович, развитие искусства, литературы, его нельзя переоценить. Несмотря на то, что ему было отмерено всего лишь 25 лет, это очень мало, да, мы намного старше его, если сравнивать нас и его. Вклад, который он внес, он просто масштабен, и пропустить это невозможно. Максима Богдановича считают одним из создателей современного белорусского литературного языка. Писал он недолго, всего 10 лет. Часто посещал полуостров из-за благоприятного климата. В последние месяцы жизни Максим Богданович лечился от туберкулеза в Ялте. Но болезнь прогрессировала. Поэт скончался в возрасте 25 лет в Крыму. Ежегодно неравнодушные к творчеству. Классика белорусской литературы посещают его могилу, чтобы отдать дань уважения. Знаменательная для белорусского народа дата стала поводом для визита на полуостров делегации. 5 гостей из дружественной страны примут участие в Ливадийском форуме. Во-первых, очень большая благодарность крымчанам за сохранение памяти про нашего поэта. Видно, что диаспора активная, власти помогают сохранять память о Богдановиче и не только. И это, конечно, вызывает большое уважение, это приятно, что нас здесь ждут, вот, принимают тепло. В целом же, ну, Крым видно, как динамично развивается. Замест персидского узору цветок родимый Василька. Произведения поэта нашли горячий отклик в сердцах людей. Любят его творчество и в Крыму. Именно через изучение культурного богатства, в том числе и наследия Максима Богдановича, мы становимся ближе друг к другу. Мы познаем и сближаемся с народами Крыма. И, безусловно, вот сегодняшний визит наших коллег, друзей с Республики Беларусь, когда мы встретились на сегодняшнем мероприятии, имели возможность пообщаться, служит большим фундаментом в укреплении межнационального согласия и мира. Мероприятие проводится в рамках празднования Дней белорусской культуры в Крыму. Мы, конечно же, хотим показать нашу культуру всему Крыму, поэтому мы планируем буквально в субботу провести тоже памятный вечер, только более широкого плана, что характерно в санатории «Беларусь», где мы покажем и расскажем белорусскую культуру, нашу культуру и наши обычаи. Делегация из Республики Беларусь пробудет на крымской земле 2 дня. Даут Чахалов и Максим Голубев, телеканал «Миллет», Ялта.